Сирена, включенная намеренно, предупреждает о настоящей опасности. Внутри грузовика, проходящего таможенный досмотр, обнаружили радиоактивную руду. Фон обычного, на первый взгляд, чемоданчика превысил норму в 5 раз. Это показал прибор под названием «Янтарь» стоимостью в 2 миллиона рублей. Здесь янтари находятся, были установлены с 2000 года и производят радиационный контроль перехода. Значит, суть этой аппаратуры. Янтари измеряют ежесекундно естественный фон, и при повышении определенного фона идет сработка. Взять чемоданчик в руки позволяют себе только специалисты в защитных костюмах. Остальные могут лишь постоять рядом, и то не ближе 50 сантиметров. Проверку, которую сегодня инсценировали для китайских коллег и журналистов, амурские таможенники проводят ежедневно. Осматривают водители транспорт и периодически находят искомое. Иногда это самые безобидные, на первый взгляд, вещи. Значит, у нас в грузовом направлении было в Поярково. В 2011 году мы обнаружили кулоны везли, тоже очень с хорошим превышением были. Мы их вернули, возврат был. А так, в основном, у нас только в пассажирском пункте пропуска задерживают. Вот за последние 5 лет у нас было 12 возвратов. То есть это браслеты, в основном бижутерия. После обнаружения радиации транспорт пломбируют, а полученные показания переводят на специальный монитор. С его помощью уже в безопасных условиях составляют акт таможенного досмотра. После транспортное средство вместе с источником возвращают на родину. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».